21-я Всероссийская конференция по физике сегмента электриков стартовала в КСК КФУ «Уникс» 26 июня. На самом деле тема исследования сегмента электриков напрямую связана с исследованием фазовых переходов, а с фазовыми переходами мы с вами сталкиваемся, когда вода замерзает на улице, когда вода превращается в пар и много-много-много где. Ответы на самые волнующие вопросы в исследованиях физики сегмента электриков искали на площадке приглашенные специалисты, студенты, аспиранты и ученые Казанского федерального университета. То, что российские физики и раньше внесли очень большой вклад в развитие этой области знаний, и по сей день сохраняет лидирующие позиции в этой области физики. Выступающими специалистами были озвучены научные доклады по последним достижениям в области физики сегмента электриков. Большая подготовительная работа программного комитета позволила сформировать сбалансированную программу конференции, отражающую результаты как фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований, так и прикладных разработок. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.